Председатель комитета солдатских матерей Людмила Буряк вернулась из очередной поездки по войсковым частям Центрального военного округа. По традиции, перед отъездом комитет собрал посылки для ямальцев от родных, а детвора передала рисунки и письма. В этот раз акция закончилась не совсем обычно. Срочники не только передали видеоприветы своим семьям, но и написали ответы детям. Кирилл Мигель продолжит. Рядовой Осипов Владимир Анатольевич написал письмо. Здравствуй, Гагарина Милана. Кто у нас? Кто это Гагарина Милана? Вот она. Смотри. Еще вчера эти ребята старательно выводили крючочки и хвостики, сегодня с неподдельной радостью и интересом пытаются понять, что же им написали в ответ. Разобрать почерк солдат для детей задача не из легких. Армия очень интересно. Интересно. Я узнал много нового. Интересного. Ну, может, я получу. Пишут, как они поживают, сколько им лет. Ну, ему 18 лет, его номер, чтобы позвонить. И в контактах его имя. Конечно, станут ли второклашки и солдаты-срочники друзьями по переписке, сказать трудно. Это, как говорится, время покажет. Но однозначно получить весточку из родного города всегда приятно. И вдвойне, если она находит отклик. Мы не ожидали этого, потому что письма мы пишем часто. Но это первый раз получили ответ и получили действительно хороший ответ, где можно узнать больше о воинской службе, о наших солдатах, которые проходят службу в воинских частях. Ну и думаю, что будущие мои второклассники тоже будут хорошими защитниками нашего Отечества, потому что это действительно связь поколения и хороший пример. Елань, Екатеринбург, Верхняя Пышма, Чебаркуль. География поездок, как всегда, широка. Лишний раз убедиться в том, что у солдат все в порядке, сделать несколько кадров, чтобы показать их родителям военнослужащих, для Людмилы Буряк – обыкновенная работа. Правда, ответов участникам акции военные раньше не писали, не заведено было. Пора привычную палитру цвета хаки разбавить новыми красками. Привет, ноябрь. Спасибо всем, что не забыли про нас. Там двое прокуратуры. Очень приятно. Спасибо за посылочки. Привет, родной современник. Пишет вам ваш воспитанник. Остапович Иван из секции Райтера. Письма солдатам пишут не только малыши. Интерес к акции проявляют в том числе и молодые люди призывного возраста. К примеру, Евгений Троянов скоро сам может пополнить ряды вооруженных сил. Правда, повестка ему, если и придет, то осенью. А вот письмо от друга, который сейчас служит в разведке, молодой человек уже получил. Вообще не ожидали. Очень здорово. Как бы держим связь. А тут такой еще неожиданный подарок. Круто. Ко Дню Победы Комитет солдатских матерей проведет еще и конкурс детского рисунка. А в июле главная солдатская мама региона планирует посетить войсковые части Армении, в которых тоже служат наши срочники. Кирилл Мигель, Григорий Курбтев. Новости нашего города.